В Махачкале успешно стартовал проект «Культура детям села». Главная идея в том, чтобы приобщить учащихся сельских школ к искусству во всех его проявлениях. Бесплатный абонемент в театр уже получили ребята из Кизилюртовского, Кумтыркалинского и Карабудахенского районов. В рамках проекта Дагестанскую филармонию посетили дети из Бабаюртовского и Кизлярского. А зрителями спектакля «Бременские музыканты» стали школьники из Буйнакского, Ботлихского и Гергебельского муниципалитетов. Впервые Министерством культуры Республики Дагестан при поддержке Министерства образования, науки и молодежной политики реализуется в Дагестане такой широкомасштабный, такой долгосрочный культурно-образовательный просветительский проект «Культура детям села». Мы в этом проекте, в рамках этого проекта, хотим познакомить детей из сельских школ с профессиональными видами творчества. В рамках проекта им будут показаны спектакли по произведениям классиков и западноевропейских, и русских, и дагестанских классиков. Они увидят спектакли по произведениям Островского, Чехова, Достоевского, Шекспира, Гамзатова. Также они познакомятся с музыкальным лекторием, в рамках которого им будут рассказаны о музыкальных жанрах, которые существуют, о выдающихся именах музыкального искусства. И, конечно же, они посетят наш музей изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой. В течение года таких мероприятий планируется провести не менее 40. Таким образом, абонементами могут воспользоваться около 8 тысяч школьников. А вот куда именно пойти, в музей, филармонию или театр, ребята и родители выбирают сами.